По благословению митрополита Самарского и Сызранского Сергия 8 марта в храм мученицы Елисаветы прибывают частицы Животворящего Креста Господня, святой блаженной Матроны Московской, святых мучеников Киприана и Иустинии и великомученика-целителя Пантелеимона. Мощи святых будут пребывать в храме до 25 апреля. Перед мощами будут регулярно служиться молебны с помазанием освященным елеем и поминовением имен. Адрес храма: город Самара, улица Ташкентская, 159, территория больницы имени Середавина. Телефоны 959-48-67, код города 846 и 8-937-071-82-17. Приглашаем на работу менеджера по продажам рекламных возможностей на радио. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, обучение, опыт в продажах приветствуется. Телефон в Самаре 226-65-66, добавочный 304. В российскую компанию по безопасности бизнеса приглашаются на работу сотрудники охраны 4-6 разрядов. Возможные графики работы: 2 через 2, зарплата 1300 рублей за смену, 1 через 2, зарплата 1550 рублей за смену, 15 через 15, вахта, зарплата 22 тысячи рублей за смену. Возможны подработки, своевременная выплата. Телефоны 8-916-208-49-63, 8-965-609-67-66. Требуется комплектовщик товара. Оплата ежедневная 1340 рублей за смену. Различные графики работы: 2 через 2, 3 через 3, дневные и ночные смены. Телефоны в Самаре 8-927-765-19-64, 8-917-105-78-50. В офис требуется вахтер. График работы 2 через 2, 3 через 3 дня с 9.00 до 18.00. Зарплата 22 тысячи рублей. Рассмотрим пенсионеров. Телефон в Самаре 8-987-922-68-72. Требуется диспетчер. График работы с 9.00 до 13.00 или с 13.00 до 18.00. Зарплата 14 тысяч рублей. Помощник кладовщика. Зарплата 18 тысяч рублей. Вахтер на полдня. Зарплата 13,5 тысяч рублей. Телефон в Самаре 8-987-924-62-20. В офис оптово-производственной компании требуется административный помощник. Рассматриваются все кандидатуры, а также студенты. Возможны карьерный рост и поездки за границу. Оплата до 35 тысяч рублей плюс проценты. Телефон в Самаре 8-927-651-08-97. Требуется помощник руководителя. Рассматриваются также кандидатуры студентов последних курсов и активных пенсионеров. Телефон в Самаре 243-10-95. Продается четырехкомнатная квартира на первом этаже 10-этажного кирпичного дома в городе Самаре на улице Ставропольской, пересечение с проспектом Кирова. Телефон 8-937-651-86-26. Продается дом в Похвесневском районе, село Подбельск, улица Пионерская, дом 11. Площадь дома 54 квадратных метра. В доме 3 комнаты, газ, вода, туалет на улице. Участок 15 соток. Есть сарай, погреб, баня. Возможна оплата материнским капиталом. Телефон 8-937-204-40-49. Продается дом в поселке городского типа Алексеевка Кинельского района. Участок 15 соток. В доме свет, газ, вода. Рядом река Самара. Цена 1 700 000 рублей. Торг уместен. Телефон 8-927-722-91-70. Продается дача в Новосемейкино, массив Сокский, земельный участок 5 соток, в собственности. На участке кирпичный летний дом, 70 квадратных метров. С
свет, летняя вода. Цена 980 тысяч рублей. Телефон 8 927 265 30 75. Продается дом 74 квадратных метра в Ивантеевском районе, 130 километров от Самары. 11 соток земли, сарай, гараж, теплица. В доме туалет, вода, котел. Телефон 8 927 725 21 59. Пункты приема объявлений. Город Самара. ООО «Анонс». Улица Фрунзе, 69. Телефон 333-30-81. ООО «Волга-Стиль». Улица Киевская, 1. ОЦ «Караван». Офис 212. Телефон 227-55-62. ООО «Ареал-Инфо». Улица Старозагора, 27. Офис 415. Телефон 932-22-12. ООО «Фабрика вакансий». E-mail grafopersonal@mail.ru. Телефон 272-37-57. Город Тольятти. Редакция газеты «Работа для вас» и портала «Работа.ру». Улица Дзержинского, 98. Первый вход. Офис 414. Телефон 210-230. Город Жигулевск. Редакция газеты «Жигулевский рабочий». Улица Комсомольская, 18. Телефон 2-11-54. Город Октябрьск. Редакция газеты «Октябрьское время». Улица Гая, 39А. Телефон 2-22-15. Город Сызрань. Редакция газеты «Бесплатные объявления». Улица Кирова, 46. Телефон 98-34-01. Село Сергиевск. Редакция газеты «Сергиевская трибуна». Улица Ленина, 14. Телефон 2-12-68. Село Камышла. Редакция газеты «Камышлинские известия». Улица Победы, 20. Телефон 3-30-61. Село Богатое. Редакция газеты «Красное знамя». Улица Советская, 29. Телефон 2-15-70. Телефон редакции программы «Доска объявлений» 226-65-66, добавочный 163. Адрес электронной почты реклама@губерниятв.ру.